Всем привет, дорогие друзья, с вами IPFox, сегодня мы с вами продолжаем играть в симулятор русской деревни. Так, и в прошлой... Да, в прошлой серии мы остановились на том, что, по-моему, помогали больнице, да? Так, давайте сходим, откроем сундук. Так, опа. А, взлом средней сложности. Всё сложно, больно для средней сложности. Окей, что нам выпало? Грибы, отмычки. Кстати. Знакомьтесь, Аня, блядь, сидит, да? Чё она ногами махает? Я, когда настраивал игру, нечаянно зашел в баню, увидел, как она ногами махает, да. Игру я поднастроил, на самом деле, ничего не поменялось, абсолютно тот же гостинг и так далее, не знаю. По крайней мере, мне проблему решить с этим не удалось. Вон. Собственно говоря, давайте посмотрим, а что у нас? У нас урожай вообще какой-нибудь растет, нет? Не надо нам ничего полоть. Да, у нас растет картофель. Посадить что-нибудь. А у нас ничего нету. Только картофанчик растет. Ладно, давайте сходим к животным, посмотрим, что у животных. Так. Пчелы. Мои вы хорошие. Получить мед. Давайте напоим их. Отлично. И посмотрим, что у нас с коровой и овцой. Комбикорм есть. Воды, скорее всего, вода есть. Да ладно. Нифига себе. Молоко. А, получить молоко. 20 литров молока. А у тебя шерсти много? 25 шерсти. Напоить, накормить. Отлично. Так. Давайте теперь посмотрим, что у нас по заданию именно самой больницы. Так, журнал... Так, задание. Это нам надо рыбачить, да? Окей, let's get it рыбачить. У нас удочка, по-моему, была. Озеро слишком далеко. Ну, понятно, да. Короче, нам надо... 5 язей... 3 щуки, 7 окуней. И хлеба купим. Это нам дадут 3500 рублев. А я могу у тебя покупать? О, окунь. 7 штук там надо было. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3. И осталось язей поймать. Да, по-моему? По-моему, да. Да, только 5 язей. Окей. Начинается гринд. Получается, что так. Ребят, вот вы можете мне не верить, но, по-моему, я дико лоханулся. Пока я ловил, я поймал 3 щуки подряд. Мне можно было их не покупать. Да. Ну ладно, ничего, продадим. Она стоит 349. Это в магазине она столько стоит? То есть мы ее можем за столько продать? А к это... Нормальный фарм денег, покупать у него щуку и продавать в магазине. Ну, мы, конечно, этим пользоваться, точнее, не будем, но лайфхак неплохой. О, сом, только он нам, опять же, не нужен. Нам нужна, это, окунь. Да, по-моему, окунь. Так, ребята... Поймал я. Язи, оказывается, надо было 5 штук ловить. А я думал, почему-то окуня. Окуня это мы купили. Вот. А, еще я посмотрел, чтобы покупать язи и сама, нам нужна репутация. Репутации у нас не хватает. У нас сейчас 122 репутации. Надо на язя 130 и на сумму сколько-то. Вон. Давайте сейчас сразу же сходим в магазин. А, мед опять. Окей. Давайте покормим и напоим. Может, и вы уже что-то дали там? Молоко, например? Я его еще продам. Количество один, количество один. Коровка, иди сюда, моя хорошая.
20 молока, да? Неплохо. Получить шерсть, напоить. Отлично. Комбикорм они вообще едят, не? Или я его так чисто по приколу купил? Или комбикорм кто едят? А может его курицы какие-нибудь едят? Еще я, кстати, вспомнил, что у меня в инвентаре есть мусор, который можно... Вот это он. 18 штук, которые мы собирали для этих... Для мелких. Ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Нифига себе. А дом-то не загорит? Надеюсь, что нет. Надеюсь, что не загорит. Но не важно. Окей. Сейчас нам что нужно? Нам нужно продать все, что у нас есть. Точнее, наоборот, нам нас... Вначале купить то, что нам нужно, именно 20 батонов. Это не батон, да, по-моему? А. Буханка черного, блин. Говорят, народе или просто хлеб. 20 штук и отнести все это в больницу. Здрасте. Можно я куплю? Спасибо. Вот это нам точно не надо, я сразу же говорю, могу продать. Овечью шерсть 100 продам. Молоко 97 продам. Мед 6 штук продать. Сахар нам нужен, перегной, удочка, черника пусть будет, каравай, колбаса, доски. Мы сейчас продадим, ну, отдадим, точнее, все, что нам это, и будем продавать уже рыбу потом, придем. Посмотрим, сколько чего у нас останется. 20 штук. По-моему, 20. Может, вообще 10? Нет, 20, действительно. 20 действительно. Так, закрываем. Поехали. Ну, а вот еще, кстати, купить семян, точно. Морковь сама себя не вырастет. Больница, больница, больница. Ага, больница. Я надеюсь, что реально будет какой-то, типа, ну, бонус, допустим, что меня лечить будут там подешевше. Дешевше есть такой? Подешевле, вон. То есть просто каждый раз отдавать по 800 рублей за то, что меня лечит, ну это как бы такое. И учитывая, что я умираю непонятно от чего. Отдай. Отлично. Игра успешно сохранена. Все, больше у вас ко мне... Да, больше у вас ко мне никаких претензий. Сейчас продадим... У вас кто-то скамейку сломал? Это явно был не я. И я вам сразу же заверяю, я понятой вообще в этом деле. На самом деле раздражает немного этот гостинг. Он, конечно, опять же, не везде, не на всех объектах, но он есть. Это очень плохо. Это было как раз таки после обновления фикса вот это, производительности игры. До этого у меня такого не было. Там. Так, ладно, поехали дальше продавать. Что у нас тут? Самогон есть. Самогон оставим на всякий случай. Щука 5 штук продать. Окунь 3 штуки продать. 10 самов я наловил. 10! Это 4... 4 тысячи. Нормально. Самые нынче, как говорится, да. Как нынче говорится, да. Окей. Я молоко-то зачем продал? Я же его пью. Вот я дурак. Давайте купим перчик. Морковка. Морковка. И еще раз морковка. Отлично. Спасибо, Мария Ивановна. Как всегда, вы очень хорошо выглядите. И вам тоже всего самого наилучшего. Так, давайте все это посадим. Остановка у дома. Ну что ж, там мы соберем, посадим все. Не, давайте вначале тогда попьем, потому что мы все просрали, Ватсон. Морковь. Ее есть нельзя. Блин. Че, серьезно? А че мне есть? Чернику буду хавать.
Да, вот это меня, конечно, да. Вот это меня, конечно, да, надурачили, получается. Все, нельзя больше морковь есть. Что тогда ее на продажу будем? У нас есть колбаса, по-моему. Плоть. Ничего не надо полоть. Морковь, ладно, садим, в любом случае будем продавать или заготовки делать. В любом случае... Интересно, а сколько стоит свинья у дяди Гриши? Или как он? Дядя Григорий? Ну, свинья же она, по идее, мясо дает. Так как нам будут давать мясо, ее надо тогда топориком. Ладно, не важно, сейчас узнаем, сейчас все узнаем. Давай сходим и посмотрим, сколько она стоит. Еще бы она трюфели мне выкапывала, цены бы и не было, на самом деле. Я бы ее 100% купил. Но мне кажется, такого тут нету. Фермера Григория, вон. Отлично. Где? А, мне куда надо? А, сюда. Нет, мне надо сюда. Блять, куда мне надо? А, вот он, вот тут стоит. О, давайте скроем. И чё? Лампа и 5 отмычек. Ну да, не густо, не густо. Здрасте, Григорий. Кажется, он изменился. Мне, наверное, кажется. Овечка, гусь, зерно, корова, свинья, кстати, недорого стоит. Давайте 3 штуки. Купить свинью, хрю-хрю, понял. Мне вот интересно, как свинья-то действительно работает. Потому что, ну как бы с коровы мы, понятно, молоко получаем, с пчел мед, с... Овцы как бы шерсть, а со свиньи мы что, она трюфели нам будет выкапывать или что? Ну, мясо, может, фарш какой-то? Давай, более гуман. И не придется ее это... Так, вот, хрюндель. Ресурсы. А, то есть она ресурсы дает, я понял. Это хорошо. Молоко. А как вы так, блин? Я не понимаю. Они что-то слишком у меня гиперактивны. У них, по-моему, знаете, они все в шоколаде. Они живут себе припеваючи. Их ничего как бы не беспокоит вообще. В этой жизни, как говорится, они себе чисто на кайфе. На чиле, на расслабоне. Ладно, не будем им мешать. Пусть они тут это... Жизнедеятельность... О, металлолом. Так. 20:50 уже. Надо бы и пойти поспать. Так, мусор у нас сгорел. Дом, слава богу, не сгорел. Посажен на картофель. Я его давно посадил. А, ну это я навел, скорее всего, на него просто. Так, и надо было пойти по квестам дальше. Что у нас? Что у нас еще имеется в этом плане? А что будет, если самогонов тащить нормально так? Понял. Понял. Так, давайте тогда... Блин, реально морковь теперь нельзя есть. Почему? Картофель... Ой, морковь-то ведь можно есть, ее главное помыть. Ладно. А молоко попьем? Почему я не смогу? А, наверное, только 2 надо. Окей, каравай попробуем снять. Каравай, кстати, неплохо дает. Каравай действительно дает неплохо. Такс. Надо будет потом заняться обустройством дома, когда у меня будет побольше денег. Теперь нам надо пойти по заданиям. У нас какое-то там задание появилось. Оно где-то подальше, но оно есть. Тут мы, по-моему, все выполнили, да, вообще все, что можно.
школу, Аньку, баньку, там и так далее. Ну давай сходим, выполним, почему бы, собственно говоря, и нет. О, сундучки, кстати, на пооткрывание. Ёшкин кот. Я забываю постоянно, что ее нужно отжимать, если она не прикручивается. Я ее до упора держу прям. Да ёшкин. Да почему я же ее не держал? Тут так не работаем. А как? Да и что-то какой-то хардкор, а не средняя сложность. Керосин и 4 отмычки. Я бы отмычки окупаю, уже хорошо. Так. Давайте еще один сундук откроем. И пойдем спросим, что этому гражданину надо. О, вот это с первого раза. Мясо? Говядина. Вау. Да так можно. И все. Михаил Петрович. Здравствуй, Иван. Дело вот в чем. Мои работники алкаши и ушли в запой. Помогите, пожалуйста, брать тюки сена, которые разбросаны по всему. Так, хорошо. Тюки сена мы собрали. Теперь вопрос в другом. Надо где-то их пополнить. Спасибо. Почему бы вам не помочь собрать урожай пшеницы? Я не останусь в долгу. Совет отца. Всегда имейте в кладовой достаточно зерна. Окей. Вот это, наверное, да? Да-да-да-да-да. Оно и такс. Еще немножко, наверное. Не факт, конечно. Но мне кажется, тут достаточно много ее было. Нам надо еще сено пособирать. Сено нам нужно для наших животных. Я, конечно, понимаю, что они стараются, работают. Ну, во-первых, работники алкаши, что им это сено нахер не нужно вообще. Вот. А во-вторых, собственно говоря, оно мне нужнее. Всяко. У меня там целое хозяйство, понимаете, как бы вот коровки, хрюндели, хрю-хрю, которые делают, и вот эти вон таких овцы, которые бегают, вот это, да, или это козел, не важно, важно, что они бегают. Все, больше я ничего не хочу слышать. Они у меня есть, все мне нужнее. Кто там что мне будет говорить вообще, как бы фиолетово мне нужнее, вот и все. Я все-таки не за даром, понимаете, вам помогаю, как бы. А, кстати, да, уборка зерна закончена. Действительно. У нас там еще какое-то задание. А, сейчас будет туда сходить. Все? Все, действительно. Задания у него закончились. Ой-ой, что-то опасный какой-то молодой человек, я бы на самом деле к нему не хипстер. А, это не к тебе надо, окей. А к кому? А, вот, электрик Арсений. Необходимо проверить работоспособность трех подстанций путем осмотра и проверки состояния распределительных щитков. Эти подстанции играют важную роль в энергоснабжении, поэтому их надежность и работоспособность очень важны.
Ты гений, слушай. Взял всю свою работу на меня, свалил и сидит довольно. И где эти подстанции? А, вот они. Угу. Окей. То есть... А он сказал трех. А тут написано 9. Не понял. Вообще не понял. Ну ладно, допустим. Один у нас у магазина находится. Давайте туда же сейчас же и съездим, потому что тут рядом он и есть. Это... Просто так вот бегать туда-сюда тоже дело не очень хорошее, на самом деле. Как бы хронометраж-то у нас не резиновый. О, пёсель. Здорово. Так, ладно. Так, что у нас? Магазин, да? Магазин рядом с домом. О, да, вот подстанция. А, то есть вот эти вот подстанции питают, грубо говоря, всю деревню. А... Кто за ними смотрит? Вот этот Арсений, который всю работу на меня... О, Толя деревенский. Ты сам, бади, ладно. О, отбеливатель, по-моему. А там у нас чё? Ладно, добежим, я думаю. Ой, ну что-то это прям долго бежать. Надо было машину взять, у нас же машина есть. Озерный. Понял. Озерный. Понял, понял. А тут... Мы сейчас где вообще? Мы вот тут. Нам надо будет... Кулебакский район. Понял. В Кулебакский район нам на бот ехать. Кстати, где-то сундучок надо его тоже это... Чики залутать. А чё он стоит, никому не нужно? Бедняга ждет меня. Отлично. Чё, у нас у дома, но мы, я думаю, мы ее оставим прямо на самый конец. То есть все вначале оббежим, потом у дома, потом надо будет к магазину. И от магазина уже можно добежать до электрика Арсения. Ой, что-то это надо обходить, наверное, надо было. Тут все забором огорождено. О, мне уже пиздюлей идут давай. Или нет? Нет. Один чего-то и 4 отмычки, понял? Да, это надо было, скорее всего, обходить. Я думал, мне уже пиздюлей идут вешать. Оказывается, нет. Поживу еще. А, так тут же драться. Ёшкин кон. Ладно. Это было страшно, на самом деле. Ну ладно. Сейчас такого нет. Странно. Очень-очень странно. А как к ней пройти-то? Все огорождено. Я вообще не понимаю. Вообще где? Зачем давайте с этого? Я где вообще нахожусь? А почему мы, допустим, не можем говядину пожарить, не делая, допустим, какие-то изысканные блюда и чисто жить на мясе? Ну, допустим, с хлебушком. Мясо с хлебушком. Почему нет? Очень писательно, на самом деле. Нет, нам надо изъебнуться и сделать какое-нибудь блюдо по типу борща, которое, скорее всего, ни хера и не восстанавливает. Ну ладно, не то, что ни хрена, но он явно поменьше мяса восстанавливает. Это факт. Я вам могу сказать 100%. Даже если вы его с хлебом будете есть, борщ. Ну, если мазика добавить, то, возможно, там что-то как-то да, но по факту нет. Он восстанавливает куда меньше того же, просто если вы съедите говядины. Намного меньше калорий, понимаете? Вот. Человеку калории нужны для хорошего, так сказать, для хорошей работы организма. Всякие вот обмены веществ, это вот все. Для всего этого нужны калории, да. Поэтому
ни в коем случае нельзя голодать. Если вы захотели поесть там на уроке, на парах, на работе, вы должны сходить и покушать немножко. Не надо нажираться каждый раз, это тоже не очень хорошо. А так, чисто слегонца поели там, не знаю, допустим, что можно поесть слегонца? Салатика навернуть, вот это вообще хорошая тема. Или, кстати, есть лайфхак, можете таскать с собой огурцы, но нынче они дорого стоят, потому что зима, не сезон. Вон. Но, в принципе, огурцы довольно-таки тоже питательные. Несмотря на то, что это огурцы. С двух огурцов вы можете наесться нормально, как с одного приема пищи. Но, опять же, это не очень хорошо, потому что там, ну, не все прям элементы есть, которые нужны для нормального, так скажем, для нормальной работоспособности человека. Вон. Так, тут у нас что? Заброшенная ЖД-станция. Понял. Заброшенная ЖД-станция. Давайте там тут. Почему бы, собственно, и нет? Брошенная ЖД-станция, вот она. Как хорошо, что все практически переключатели расположены очень близко друг к другу. Ну, в плане не то, что близко друг к другу, а к остановкам близко, вон. Дальше у нас что идет? Почему? А я не могу по карте перемещаться, да? То есть, как бы... Почему так? Ладно, допустим. Давайте, я не знаю. Давайте до дома тэпнемся. У дома. Где у дома? А нету у дома. Все. Дома у нас нет. Ладно, шучу, есть. Щиток тут. Щиток у Григория еще один. А, ну и в принципе у него как раз таки по... А, нет, подождите. Вот мы тут. А, ну да, действительно. Ну там Анжелика пиво что-то. Не очень хорошо, наверное. Не очень хорошая женщина. Хотя все возможно. Возможно, и очень даже хорошая женщина. Просто нужно узнать ее поближе. Нет, просто если это кличка пиво, то это не очень хорошо. Если она просто пивом торгует, тогда нормально. Тогда с кайфом. Тогда с кайфом. Блин, музыка тут на самом деле, вот сколько я снимал серии, мне ни разу не прилетело за музыку авторское право. То есть она copyright free. То есть мне за нее по моей наглой морде не дают. Потому что я помню, когда я снимал Call of Duty Black Ops 3 Zombies, мне постоянно прилетали и даже на, ну, допустим, картах, которые там есть, прилетали и страйки на музыку. Я вам больше скажу, мне за трейлер, который начинается перед картой, за Giant, нахуй, стрим снесли. Вот это было не очень на самом деле. А чё это такое? Давайте посмотрим. Это у нас тематический парк, понял. Можно карту убрать? Как бы... Почему? Как ее убрать? Тематический парк. Спасибо. Твоя. Арбузами торгую. Кстати, а мы можем арбуз вырыть? Давайте, раз мы тут, мы посмотрим, что тут. Вот ты Анжелика пиво, я правильно понимаю? Правильно. Здравствуйте, товарищи. Иногда давно закончился фестиваль, и пришло время собрать все использованные пивные бочки. Все мои помощники уже ушли домой, и мне некому обратиться за помощью. Кроме как тебе. Поможешь мне их собрать? Без проблем. А как они? Но они, скорее всего, в пределах этого района, так что давайте сейчас я щиток включу, бочки соберу. И, собственно говоря, и
А дадим Анжелике пиво бочки из-под пива. Угу. Получается, что так. О, тут что-то новое. Редиска вот есть. Арбуз есть. Отлично. Мы сейчас такого это всего наделаем. Я вам базарю. Так, а где... Как они выглядят вообще? Можно как-то карту приблизить? Нет, просто они тут напиханы как... Непонятно что. Ну ладно, все, теперь я понял, как они выглядят. Просто прикол-то в том-то, что по этой карте непонятно, где они... Они, может, где-нибудь в интерьере может находиться бочка. Может быть такое? Старый ТВ. Бля, Федор, привет. Как у тебя делишки? Давай рассказывай, что натворил опять. Так. Это так 20 бочек искать? Да. Веселуха. Ну а что поделать? Нужно, как говорится, помогать барышням и так далее. Электрику помогли, теперь нужно барышне помочь. Найти все пивные бочки. Как вы понимаете, просто если вы помогаете людям, то потом они могут помочь вам. И это очень на самом деле хорошо. А если вы не помогаете людям и говорите всем, иди ты нахрен, вот как бы потом... Так, товарищ, пиздец, не приходит один. Я почему-то оказался в больнице. Решил ненадолго отойти, попить водички. Попил. Вот. Собственно, продолжаем с того же места, на котором мы остановились. Искали бочки. Так, мы пивной мастер. Опа. Эта бочка тебе не нужна, я правильно понимаю? Я правильно понимаю. Вот еще одна бочечка. Оп. У нас что-то усталость копится прям, ну конкретно копится. Побежали. Слава богу, они где-то в домах не оставляют бы. Хотя... Знаешь, что можно сделать под пивом? Я не удивлюсь, на самом деле. Что я найду где-нибудь бочку, не знаю. Какой-нибудь под каким-нибудь кустом. Вполне себе возможно, на самом деле. Вот, пожалуйста, вот одна из них. Так, а тут ничего нету. Есть что-то. Ну, ничего. Но в любом случае нам надо пройти тут. На самом деле не очень понятно их расположение, вот серьезно. По вот этим маленьким иконкам, которые просто напичканы на мини-карте, и... вообще нельзя по... Такие они могут быть, да, на стене. Еще, скорее всего, одна где-то. Ку-ку! 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 Еще где-то тут одна бочка. Мы ее найдем обязательно. Это не бочка, к сожалению. Я вот не могу понять, где она находится. Вообще не могу. Я ее не вижу. Вот она. Понимаю. Так, ладно. Осталось сколько бочек? Сколько мы вообще взяли? Оленья шкура у нас есть. И сколько она стоит? 5000! Сколько у нас бочек с пивом? Да ты хера!
Нам единственное, больше один раз платили, это когда мы это... Как его? Церковь восстанавливали. Тут просто за шкуру 5 штук. А чё, звучит на самом деле, ребятки, звучит. Сумма-то внушительная. У нас усталость подбираться. Мне бы сейчас опять не... А почему у меня усталость накопилась, пока я стоял в АФК? А, ну я, наверное, потом как раз таки и стоял в АФК, и как бы и... пауза не была поставлена. Это уже мой косяк. Давай, последняя бочка. На в баньку сходить. Давай, вот она. Ай, нет, вначале все-таки баньку, потом к электрику Арсению. Нет, вначале баньку, потом поспать, потом к электрику Арсению. А там еще бочка. Что? Давай. А, выносливости вообще крайне не хватает. То ли она из-за усталости быстро кончается, то ли еще из-за чего-то. Ну, короче, очень плохо. А тут что ты... А что вы продаете? А-а-а. Да? Давайте арбуз попробуем купить. Каравай. Это еда. Это мне надо. Маринованные помидоры. Икра из баклажана. Маринованные огурчики. Давайте маринованные огурчики еще купим. Я не могу бежать. Я устал, мне нужно. Молодец. Молодец. И где я тебе сейчас отдохну, дружище? Надо как-то доковылять до остановки, я не знаю. Слава богу, она не болит. А там еще от... Там от остановки до дома ковылять, баньку... Это добрый... Нет, это надо поспать, значит. Баньку мы сейчас растопить не сможем. Или подождите, у нас есть бревна с водой. Дрова есть и вода есть. Ну, по идее, ладно, баньку можно растопить. Банька с Анькой. Нужно напоить свинья. Кто б сомневался? Если она не сдохнет, если я просто в баньку схожу. Могу я что-нибудь поесть? Вон маринованные огурчики. А, кстати, снялась усталость-то. Немного-то, но снялась. Мне чисто сейчас этот спидран до хрюши сделать и все. Я надеюсь, она мне не трюфели будет давать. Если просто, понимаете? Ах, ты ж. О, мед устал. Ой, пчелки-то мои прям вообще по красоте делаю. Что вам нужно? Просто напоить. Хорошо. Пчелки вообще по красоте делают, ребят. Какую из свиней нужно напоить? Тебя? И тебя. А чё, где ресурсы? Понял. Ладно. Допустим. Они всю воду вылокали, зараза. Я, конечно, могу ошибаться, ребят, но на всякий случай я проверю. Да, действительно, за это дается 26 свинины мне дали. Ну, не знаю даже. Как-то это не гуманно. Ладно, шучу, нормально все. Это может тоже заодно... Да, именно так это и делается. Часа вечером можете включить, получить шерсть и давайте накормим. Все.
Так, теперь нам надо баньку растопить. Баньку с Анькой пойдем. Даже нет. Баня с Анной. О, вот так вот. Я думал. Понятней. Ванна с Анной. Сбор урожая картофель. Я понимаю. У меня усталость. Отлично. О, она до сих пор тут. А чё ты в одежде-то? Давай это, без одежды. Как тебе? Ну ладно. Не надо нам такого. Мне это еще потом все блюрить, скорее всего, придется. Да. У нас 58. Я не помещаюсь в дверные проемы в этой игре. Мне это не нравится. Давайте соберем урожай. Так. Теперь надо собрать 7 мешки. По ночам там персонажи стоят, нет, просто как бы чисто в научном интересе хочу поинтересоваться по этому поводу. Так, давайте посадим редис. Арбуз. Офигеть, у меня голод-то растет с этого. Перец есть не могу, мед могу. Что-то как-то это. А, у меня же этот. Ночь. Давайте посадим еще один арбуз. Блин, я сейчас, наверное, откисну, да? Голода. Нет. Че я могу поесть? Ничего я не могу поесть. Каравай. И колбаса есть. Хорошо. Хорошо, давайте пойдем поспим. Хорошо, давайте пойдем поспим. Спатеньки, спатеньки, спатеньки. Ну а на этом я с вами попрощаюсь. Всем спасибо, ребят, что смотрели данную серию. С вами был я, Эпифок. Если вам понравилось, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ставьте комментарии, нажимайте на колокольчик, выбирайте все уведомления, чтобы не пропускать уведомления о новых видеороликах или стримах. Ну а на этом я с вами прощаюсь. Всем до новых встреч, всем удачи и всем пока.